Наша жизнь состоит из множества больших и малых составляющих. Семья, работа, мир в стране, аромат утреннего кофе, неожиданная премия, улыбка прохожего. А есть еще то, что наполняет нашу жизнь особым смыслом. Это наш с вами вклад в развитие родного государства. И это не просто красивые слова. За ними стоит каждодневная, кропотливая работа многих людей и реальные перемены. Фонд Евразии и Центральной Азии работает в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. С 2005 года реализовано немало социально значимых проектов в таких направлениях, как молодежь и образование, защита прав женщин и детей, помощь уязвимым слоям населения, поддержка социального предпринимательства. В 2012 году при донорской поддержке компании «Шеврон» стартовал долгосрочный проект, направленный на усиление и развитие некоммерческих организаций. Инициатива по развитию экспертов в секторе НПО в Казахстане. За непримечательным на первый взгляд названием, похожим на сотни других инициатив, кроется действительно систематичная и серьезная работа, не имеющая прецедентов в Казахстане ни по охвату, ни по комплексности задач. В рамках проекта мы постарались дотянуться до максимального количества людей, в том числе и до тех, кто живет в регионах вдали от мегаполисов, крупного финансирования и больших амбиций. Мы создали систему образовательных проектов, нацеленных на постоянное повышение информативности и профессиональной грамотности НПО. Масса положительных откликов вдохновляет нас на новые инициативы. Одной из них стало создание системы менторинга – обмен опытом, где более успешные организации делятся полезной информацией с начинающими или менее успешными коллегами. Результаты такой работы, как показывает практика, оказываются полезны обеим сторонам. Чтобы каждая НПО оставалась на волне и всегда была в курсе последних исследований, в рамках проекта создан экспертный центр НПО, который регулярно объединяет под своей крышей некоммерческие организации, проводя международные тренинги, республиканские конференции и другие важные события. Меня зовут Жапабаева Анель, я являюсь сотрудником фонда «Фонд местных сообществ Мекши Казахского района». Я хотела бы рассказать вам свою историю успеха. Я пришла в некоммерческий сектор в 2012 году. Большую пользу мне в этом принесло обучение по программе Фонда Евразии и Центральной Азии при поддержке корпорации «Шеврон». Я приобрела неоценимые навыки администрирования проектов, стратегического управления, ведения проектов, начиная с грантовых заявок, заканчивая финальными отчетами, программными отчетами и закрытием программы. Раньше я хотела стать просто тренером, сейчас я являюсь тренером, и мои будущие цели, мои будущие планы – это открыть свой фонд и быть настоящим лидером НПО, тем самым внося свой вклад в становление гражданского общества в Казахстане. Спасибо сотрудникам Фонда Евразии и Центральной Азии за огромный профессионализм, который они передали мне, за те навыки, которым я научилась, которые я приобрела. Я считаю, что это одна из ступеней для становления моей карьеры и моего профессионального роста. Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами на связи Семей, общественное объединение поддержки казахстанской молодежи. Мы вообще являемся участниками, можно даже сказать, выпускниками школы тренеров, организованной в рамках проекта повышения потенциала экспертов НПО, совместного проекта ФЭЦА и экспертного центра НПО при АЛМУ. Проект имеет право на жизнь, и мы очень надеемся, что проект по повышению потенциала экспертов будет развиваться, будет дальше реализовываться. И мы со своей стороны тоже непременно приложим усилия, будем в дальнейшем работать вместе. Запущен уникальный интернет-ресурс, который служит незаменимым инструментом накопления и обмена ценной информацией для НПО. Здесь можно найти базу данных отечественных тренеров и экспертов в области институционального развития НПО, методические материалы, готовые модули тренингов, пособия. Здесь проводятся вебинары, позволяющие экономить время и деньги участников. Сайт становится популярной площадкой для НПО. Уже сейчас на сайте размещено более 200 тренинговых материалов на русском и казахском языках. Одним из доказательств актуальности и эффективности проекта является победа на конкурсе ОРЛИУ «Лучший социальный партнер 2014». Мы понимаем социальную важность таких программ и высоко ценим партнерство с компанией «Шеврон».
Ведь, следуя общим ценностям, мы совместно делаем неоценимый вклад в развитие человеческого потенциала. Создавая сильное, социально активное гражданское общество, тем самым обеспечивая более стабильное будущее преемственного поколения.